Далее, по-прежнему домашнее задание остается, значит, пока вы собираетесь, собаки сидят и ждут, ну или лежат и ждут. Определяете им место, только вы должны определить место, где они должны сидеть, пока вы их не позовете. Периодически я даю им корминки, вот. Но это не значит, что это отпускает. Отпускает другая команда, отпускает команда «гуляй». Да, гуляй. Вот, гуляй. Да, вот так. Время увеличиваем. Пока собираемся, собачки сидят и ждут. А мы сейчас идем заниматься. Выходим, говорим «гуляй», и собачка гуляет. Первые там 5-10 минут метим, ходим, там писаем, какаем, все дела делаем. Ну, естественно, задерживаться сильно не даем. Ни на каких таких частях. Мне нравятся они такие дружные. Ребята классные. Зайчики, бегайчики. Туга и наша подруга. С Тугой нам лучше не общаться. Так как он вообще не любит щенков, кобелей, вообще никого не любит. Красавчик. Пойдем. Нельзя так делать, не провоцировать. Нет. Нет. Что ты там? Здравствуйте. Пойдем, пойдем. Мимо. Не со всеми надо дружить. Пошли, пошли. Не со всеми мы дружить должны и здороваться. Идем. Да. Нет. Метить при других собаках не даем. Тыльки. Так, наш друг еще один идет. Или подруга. Здравствуйте. На полдороги игру упадет вот так вот. И все, его не сдвинешь, только тащи. Эй, ребята. Ты устал? Первое упражнение — контроль внимания. На меня смотрим. К лицу вкусняшку. На меня. Да, молодец. Да, молодец. Так не лезешь. За мной идем. Если не делает, значит, поддергиваем. На меня смотришь, Филя. Да, за мной идем. Разворот. Меня смотришь. Все, перевозбудился. Стоять. За мной идем. Стоять. Значит, поводок натягивается только в момент, когда нам нужно их отвлечь. Или подтянуть, то есть подогнать команду. На меня смотрим. За мной. Стоп. За мной. Стоп. Хорошо. За мной. Стоп. Филь. Понятия не позволяем метить и что-то такое делать. Вот таких вот вещей не позволяем. На меня смотришь, работаем. Стоп. Стоп. За мной идешь. За мной. Хорошо. Стоп. Сидеть. Повторяем дома то же самое. Сидеть. Сидеть делаем до команды от отпуска. Молодцы. Гуляй. 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 Хорошо, хорошо, хорошо. Стоп. Сидеть. 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 Хорошо. Вкусняшечку на. Продолжаем в той же позе до отмены команды. До отмены команды. Значит, команда «сидеть» – это следующее упражнение. Делаем команду на выдержку. Сидеть, ждать и ходим. Нет, сидеть еще раз. Хорошо. И ходим вокруг них. Сейчас пока в поле зрения сидишь. Это команда «сидеть». Понимаешь? Тебя не отпускали, ты сидишь, а не лежишь в команде. Сидеть. Команда «сидеть». Ходим возле них, они продолжают сидеть. Хорошо. Жди, жди. Увеличиваем постепенно время. Молодцы. В процессе говорим «молодец», ты дальше сидишь. Молодец. Ждешь. Ходим, ходим. И команда «молодец, гуляй». После отмены, значит, после команды «гуляй», они могут пойти пописать и дальше
продолжаем заниматься. То есть мы их приглашаем дальше заниматься. Так, все. Идите сюда, Филя, Зефир, стоять, и вы тоже сами встаете. То есть нельзя продолжать движение после команды стоять. За мной. Стоять. За мной. Стоп. За мной. Стоп. Куда ты пошел? Стоп. За мной. Стоп. Молодец. За мной. Стоп. Это третье упражнение. За мной. Стоп. Как дышать, стоять или стоп будет? Собака побежала, то ее можно этой командой осечь, остановить. Если там поводок уронили или еще что-то, у кого-то увидела. За мной. За мной. Стоп. Куда ты пошел после команды стоп? Хорошо, ему тяжелее, потому что он еще меньше по возрасту. За мной. Стоп. Хорошо, за мной. Следующая команда ко мне. Усаживаем собачек сначала. Это один из вариантов, который мы делаем. Я уже вчера его показывала, если вы смотрели. Сидеть. Сидеть. Молодец. Хорошо, молодец. Значит, один сидит, второй продолжает сидеть до отмены, следующий, значит, подбегает ко мне. Молодец, хорошо. Молодец. Так, Филечка, ко мне. Хорошо. Чтоб с первого раза подбегал, сразу, как только сказали, чуть подтягиваем поводок на себя. Но стараемся вынуждать, чтобы собака делала самостоятельно. И потом наоборот. Один сидит, второй подбегает. Следующее упражнение — гуляй ко мне. Вот они сейчас гуляют. Да. Филя, ко мне. Ко мне. Ко мне. Делаем шаг назад, чтобы они тут же подбежали. Молодец. Гуляй. Вон там собачка. Нет, тебя не приглашали. Идем. Вас не приглашали. Давай, гуляй, гуляй, гуляй. Пум-пум-пум. И ко мне. Хорошо, молодец, молодец. Пока со вкусняшками. Молодцы, гуляй. Гуляй, 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 гуляй. Гуляй, 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 гуляй. Да, гуляй. Это упражнение делаем. Прям можем постоянно по пути делать. Ко мне. Ко мне. Значит, еще раз оговорюсь. Молодцы, молодец. Не отбегают, как только подошли, значит, подошли. И только после отмены команды они дальше бегут. Гуляй, молодец, гуляй. Хорошо. Если вдруг, значит, не уверена, что сделает собака команду и услышит, значит, заменяем ее, потому что команда ко мне подразумевает беспрекословное ее выполнение. То есть нельзя давать право на ошибку, осечку, что собака не подошла, когда вы ее позвали. Гуляй. Там, иди сюда, можем сказать, там, позвать по имени. Но команда ко мне не должна знать, что она может ее ослушаться. То есть это надо в такую прям железную привычку превратить. Ко мне. Молодец. Давай, давай. Хорошо. Молодцы. Вот они уже знают эту команду, надо закреплять. Гуляй. Гуляй. Что там? Что там случилось? Что там? Что там такое? Сейчас на коротких поводках мы команду выполняем. За мной, за мной, за мной. Вот. А потом поводок удлините, команду ко мне, увеличивайте расстояние. И в разных интерпретациях, даже если там что-то интересное, собака все бросает, и если она с первого раза не услышала, сразу дергаем к себе. То есть собака должна сделать эту команду железной. Прежде чем на длинный поводок переходить, соответственно, прежде чем переходить на длинный поводок, соответственно, отрабатываем железно на коротком. Ко мне. Да, молодец. Заряда. Пойдем. Стоп. Это следующее занятие, задание. То есть мы идем прямо. Прямо идем. Собаки идут на паровидных поводках сзади. Стоп. Пойдем. Стоп. Хорошо. Поводков. Если натянул, то точно сразу стоишь. Вот. А так они вот они гуляют на провисших поводках. То есть это вот просто гуляют. На натянутом поводке не гуляем.
И у меня разрядился телефон, так что мы заканчиваем нашу трансляцию. Ко мне? Молодцы!